Эй, всем привет, с вами снова Ноуд и Саш Дим. Да. И Дим Саша. Да, и Дим Саша. Два чувака. Два брата, акробата. В общем, мы играем в совместный режим Saints Row 3. И вот только-только начали. Мы тут в банк вламываемся и... Спасибо, Кэп. Да, спасибо, Кэп. Да, я думаю, сюжет не надо рассказывать, потому что все и так видели прохождение. Даже играли, может быть. Скорее всего, это фан. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, come over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B? Huh? Drill it? Fuck no. We blow. What? Not cool, man. Time to get to work. Так, я буду устанавливать взрывчатку. Давай. А ты у меня крайний. Скоро мы оба засовываем взрывчатку в карман. О. Амтрагор, я даю. А я ставлю взрывчатку. Давай. Почему на мониторах новости? Я не знаю. Посмотрите, какой умный мальчик. Самый умный мальчик. И еще послушный. Вот свалила. Че, у нас патроны бесконечные, так что прыгаем отсюда. Ай, меня ослепили, но я вижу... А меня столкнули. А я видел твое здоровье. Ну, мы друг друга видим здоровье. Спасибо. Так. Всё, да. Я беру правый фланг, ты левый фланг. Я беру компьютер. А я деньги. Ой, фу, ну. Какие плохие текстуры, клавиатура даже не ломается. Давай, до свидания. Давай. День гениально, сбрасывай всех. Давай, давай, до свидания. Все, я, и смотри, я его съем. Ну ладно, я ему голову сломаю. Давай, до свидания. Так, давай, так. Давай, до свидания. Окей. Не, вот не вот. Я пукнул на него. А этому шею сломал. Давай, до свидания. Но. Какие слабые. С автомата их хрен завалишь, зато вот с кулаком. Самое то. А вот один держит. Дин. Как-то косо бьешь. Чё? О, вертит. Виртоль. Yes, holes. Да. Все, улетел. Все, нам пора. Эй, деньги. Да мы одиночно играли, мы один долго парились. Отстреливая отдельно из пистолета. Оказывается, можно было скидывать всех. Это намного быстрее, как оказывается. Давай. Мочи своих, они плохие. Давай. Убегай, все сложная работа. Сложная работа у нас. Запер. По стенку. Вольхаск. Нам главное этот вертолет завалить пока что. Mm-hmm.
Не люблю снайперов. Ты старого игрока взял или нового? Нового. Сделаем его лысого чмошника. Ну, посмотрим. Интересно, а вертолеты, которые по квесту сломать надо, ломаются ужасно долго, а те, которые так, ломаются буквально с полобойма. Это закон игры. Ну. Видишь, мы поэтому стреляем, вообще не рушится. В другие спокойно стреляем, они вообще... Бежим. Оп. А ты чё там? Окей. Я с другой стороны. А, ну ок. Мочи хеликоптер. Перезаряжаюсь. Мы такие крутые, мы можем даже одной рукой перезаряжаться. Кстати, а меня чуть не задавили, а вот тебя могли не задавить. Нет. Тебя не могли задавить, ты с другой стороны был. Синхронизация хорошая. Мы не сталкиваемся с другом. Все, что было бы, здесь 4 игрока. Да, но тут больше двоих, по-моему, нельзя. Да? Ну, по-моему, да. Ну, где вертик? Наверху. Со снайпером. Я внизу. Там в середине тоже со снайпером был. Yeah. Ну, сейчас мы сломаем вертолет. Да. И нас арестуют. Ну, можно и так сказать. Бум! На ролике один, а на самом деле нас двое. Мне кажется, или это голова Элвиса Пресли? Прикольный момент. Я даже удивлен, что никого не застрелили. Сейчас будем перс одевать. О, ты даже не представляешь, как я его одел. Примечание. Так. Так. Давай этого. Давай. Эсхол. Тело, ставь лицо. Так. Во. Супер. Голова. Римлянин? О, мне нравится римлянин. Римлянин. Да, ей. О, давай это. Давай. Простите, не снизится. А что за 5 часов? Так. О? Шикарно. Давай. У нас прям такие крутые персонажи, то что могут рыгать закрытым ртом. Давай. Похвалы. Fuck you.
Да дикий жеребец. Давай. Усмешка. Так. Так, что у нас? Фу. Ну нафиг. О, нет. Так, норм. Да. Летел. Да нет, ошибись. Титя. Все, я создал. Вот, кожу хочу поменять. Да, я сейчас закончу тоже. Блин. О. Ну а то же. Супер дарк. Ладно, давай беленького чуть. Вот его. Все. Создал? Так. Да, создал. Нажимай на чуть игру. Все. Мрачись, поехали. Сейчас ты удивишься. Ну давай, давай. Мы нормально его создали, в отличие от тебя. Так, what happened? We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. You have any idea who you're fucking with here? Of course. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki. And I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gant, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to operate the Saint Saltor Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is taxes, of course. That's больше, я уверен. Fuck. Please. I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. We're done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. Нифига, братин. Да он терминатор. Металлический стул вынул. О, это больно, наверное. По-моему, в нем немного нож. Бум! Хедшот. I can take him. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Johnny, you can't even drive stick. How are you gonna fly a plane? Details, details. Just cover the boss. Go, I got this. Как Джиггернаут. Ага, круто. Все знают, что все злодеи косые, я верю. Ну, что-то немного как баба одет. Оу. Минус один. Два. Да не, у меня все равно круче, чем у тебя одежка. Это где? Смотри, дай я того возьму. Смотри, как надо убивать. Во! Ну.
Ну, ладно, сейчас. На следующем покажу. Вот, смотри. Ой. Так. Не дергаемся, все будет хорошо. Смотри, иди сюда, смотри, видишь, как надо. Так, оп! А как нажимай? Это сделал? А прыжок F. Не, прыжок и левая кнопка мыши, когда у тебя кулак. Не прыжок, а на shift, и когда у тебя левая кнопка мыши. Блин, в общем, зажимаешь shift и нажимаешь левую кнопку мыши. Я пока подрежу всех, наберу патроны. Ладно, бежать надо. Был. Кстати, это их только. Это их не убивает. Был. Но они падают, по крайней мере. Details. Пошли парашютом. О, ничего, че это быстро. Johnny, we're about to jump. Johnny. Oh, да. Это было больно. Хоть я. О, невежество! Мужики одели парашют, а бабе. Ну да. Какие-то они покерфейсы. Да, они тут падают, стреляют. Я все положил. Да не, я двоих тоже положил. Да, парашютика. А у тебя есть парашют? Жаль. Да. Видно, я говорю, вам достались парашют, а бабе нет. Да кому она нужна? Все, я за. Я быстрее. Нифига не знаю, я самый быстрый. Я самый быстрый. По-моему, на равном расстоянии. Считаю. Вау, нифига, как ты так, быра? 100. Мне 130. 50. Да ладно тебе, yeah. Читер. А у меня показало то, что я офигенно к ней быро тпшнулся. Хотя вообще как будто нету. Ладно, подскажу, чтобы вот сейчас было честно, второй раз придется. Ну, ты знаешь. На В. W. Нажимай на W еще. Чтобы ускоряться. Окей, спасибо. А я не буду стрелять. А, нет смысла стрелять. Главное в окно попасть один раз и все. А я не буду стрелять. А я стрельну. Че? Все. Я. Дум. Видите, какой я крутой. А все это сделал негр в костюме бабы. Не, я сделал нормальный рэпер. Я плохой за это. Офигенно. Озвучили вообще. Да ладно вам. За что? Ты на. Иди. Опять гонки? 250. Да ладно, так. 200. В W нажимай. Я всегда так и делаю. 150. Чуть не верился.
Что? Об ящик не убейте. А, я убился. Хотя это физически невозможно. Не-не-не. Убийца в ящике в воздухе. Я жопа с ручкой. Окей, я жопа с ручкой. Это так романтично, а? Лететь с бабой на руках на парашюте, и над тобой голова, и падают обломки. И тебе говорят то, что ты жопа с ручкой. Джентльмен. Negotiations were less than successful. Зачем он парашют-то выкинул? Нигер проститутка идет. And the saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the saints' accounts and leave them nothing. Совсем чуть-чуть решил денег снять. Буквально пару копеек. Поужинать. На 10 миллионов. На газировку только хватит. На газировочку. 10 тысяч, 10 миллионов долларов. На газировку. Максимум воды купят. И все. Ну воды кризис. Кто водить будет? Да. Точно? У меня самый крутой в Saints Row по вождению вообще. И в GTA, и в Battlefield. Ой, вот не зря сказал бы. Я не понимаю, вот почему мне показывают интро, я не могу двигаться, а ты убегаешь, когда мне интро показывают. Я вожу. Так. Оп. На, тут чётко ещё подождать. Садись. Втроём поедем, у нас групповуха. Вот чё он так долго идёт? Так, ладно. Не проверяй карту ни в коем случае, это запрещено. Допустим, мы не падаем. Допустим, мы не раз... Нас не развернуло, да? Пошли найдем еще одну муж. Интересно, втроём на мотоцикл сесть можно? Всё, давай, на джип так. Дон! Эй, на заднее сиденье! Красава! Сквозь сиденье! На заднее сиденье силового стекла. Фу, медленный джип, на нем дрифтовать нифига. Приходи ради. Мне нравится. Тетенька, как говорит, да? Как помыть руки. Так, все, нам сюда. Ай. А я в телочке вылезся, класс. Так, улучшаем оружие и всё. Так. Не-не-не, нужно по-другому улучшить оружие, по-другому никак. Тебе, если ты этого не сделаешь, то квест не выполнишь. А я, мы когда первый раз играли, мы просто патроны покупали, всё. Пофиг. О, гоу в лимузин. Вау! Бум. Ты там где? Children's book. The sky has fallen. Я сзади. Олигарх. Да, водите. Нет, простите, тут. Полиция, ничего, то, что мы по встречной полосе едем, да? Ничего, да? О, кролик ходит.
Ладно, дрифтовать на лимузине не очень удобно. Плохая идея. Можно но можно. О, нужно сбить этого чувака на мопедике, он меня бесит. Меня бесит мопедик. Да ладно. Он остался. Да. Ну и хрен с ним. Да. А нас лимузин. Мы крутые, у нас лимузин. Все, мы едем по встречным. Нам за это ачивочку дают. А мне нет. Да, потому что это не водишь. Смотри, учись, как надо так. Оп, на лимузине. Бум, бум. Ладно, все, вылезаем. Бери дробовик. Должен быть. А, не. После этого месяца заканчиваем. Да не, у меня таймер идет. А. А мне надо. Сейчас мне надо проверить, запись шла или нет, потому что обычно когда выкидывает, запись устанавливается. Мама. Ладно, по старинке. Нет, ну, примерно. Дай дробовик. Ну, давай, Борей, перезаряжаться. Бум. Бум. Ты чё, хочешь делать? Я ему бошку разбил об стену. Ну ладно. Тайни! Сейчас нам вот эту какаху дадут. А вот эти бомбы, кстати, не взрываются. Да, а те, кто на улице, взрываются? Что-то их там немного много, да? Диман. Эхо. Я тебя восстанавливать не буду, если ты там умрешь. Дим, ты сейчас тут стоишь? Оп. Оп. Просто на базе нужно стоять, чувак, и все. Ой.